Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый цветок. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем работу с серединки нашего цветка и выполняем 3 воздушных петли. Раз, два, три. И теперь эти 3 воздушные петли мы с вами замыкаем в кольцо, вводим крючок в первую воздушную петелечку и выполняем соединительную. У нас с вами такое маленькое колечко получается. И мы будем в него провязывать столбики без накида. Выполняем 1 воздушную петлю и в колечко провяжем 4 столбика без накида. Раз, 2, 3 и 4. Для завершения ряда мы вводим крючок в первую воздушную петлю и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы с вами выполняем 1 воздушную петлю подъема и сюда же, в эту же петелечку подъема в предыдущем ряду, мы с вами провязываем столбик без накида. Я немножечко остановлюсь и немножко вытяну эту петлю, чтобы ее было видно хорошо. Выполнили. Далее верхушку каждого столбика мы с вами будем провязывать по 2 столбика без накида. Провязываем. Раз, два, раз, два, раз, два. У нас с вами последний столбик. Раз, два. И для завершения нашего ряда мы вводим крючок в первую воздушную петелечку. Вот ее хорошо видно, мы с вами ее немножко вытянули. Выполняем соединительную. Наш с вами ряд завершен. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем 1 воздушную петлю подъема. В верхушку следующего столбика провязываем 2 столбика без накида. Раз. Полная версия мастер-класса доступна по подписке на сайте shiru.ru.